Ведь оказалось, что в сверхдержаве самое что ни на есть народная власть разгребать то непотребство, в которую завела город, даже и не собирается. Есть у нее задачи поважнее. За этот год потратили 160 миллиардов на войну. На Украине 150 миллиардов. И 60 миллиардов на помощь беднейшим странам мира. Но это не лицемерие? Лицемерие. Ущипните меня! Это что, Симоньян в голову наконец-то пришла хотя бы одна светлая мысль? Но она ведь сама на пару с прочими промывателями мозгов каждый день и продвигает эту лицемерную войну. И знаете, как у нее в голове все уживается? Оказывается, Россия просто взяла и давно всех победила. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. Когда взяли Гостомель, когда... Ну, совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. Слушайте, а вам не кажется, что Симоньян уже пора познакомиться с санитарами? Кстати, если кто-то знает, как называется эта болезнь, пишите в комментариях.